Россия будет укреплять свои вооруженные силы, и ставку надо сделать на новые технологии. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. А по словам президента, армия должна быть современной, мобильной, хорошо оснащенной. И главной ее задачей – нейтрализовать риски и потенциальные угрозы безопасности страны. Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Россия способна ответить на силовое давление извне, не втягиваясь в гонку вооружений. Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений. Россия никому не угрожает, и все спорные вопросы стремится решить за столом переговоров. Мы так и будем поступать в дальнейшем, будем придерживаться именно этой политики. Вместе с тем мы видим, как другие государства открыто заявляют о своих геополитических претензиях, не останавливаются перед открытым вмешательством во внутренние дела независимых государств. При этом активно наращивают и совершенствуют свои военные арсеналы. В этих условиях мы обязаны обеспечить надежную, гарантированную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов России. Когда я говорю о том, что многие или некоторые государства проводят другую политику, а именно политику силового давления, то вы все понимаете, о чем идет речь. Мы это видим все своими глазами на протяжении длительного периода времени. Все это делается под аккомпанемент разговоров о международном праве, о желании решать проблемы с помощью переговоров, но в данных вопросах, как мы с вами хорошо знаем, в этом случае важны не намерения, а потенциалы. Вот мы видим, как потенциалы растут. Я уже приводил данные, связанные с количеством денег, которые направляет Россия, которые направляют другие страны на военные нужды. Это несопоставимые просто величины, просто несопоставимые, в разы больше, чем мы тратим.